Всем привет! Сегодня будем тренировать ноги. Первое упражнение – выпады на месте. Очень важно, чтобы колено не выходило за носок. Теперь мы выполним приседания со стандартной постановкой ног. Нужно присесть не менее 20 раз. Теперь выполним упражнение махи ногой лежа. Выполним 15 повторений на каждую ногу. А сейчас выполним упражнение на икры. Отрываем таз от пола и ставим ногу на носок. Сейчас выполним упражнение ягодичный мостик. Также отрываем таз от пола, но только с большей амплитудой. Встречаемся завтра в это же время. С вами была Полина Котик. Пока-пока!